Улучшение воспитательной и социальной работы, сокращение количества осужденных – эти и другие направления стали основными в работе регионального управления службы исполнения наказаний. Об этом сказали на заседании по итогам работы ведомства в прошлом году. По словам начальника управления, в связи с гуманизацией законодательства в последние годы установилась тенденция сокращения количества осужденных. В Якутии она сократилась на 8%. А по словам заместителя директора федеральной службы, сегодня страна сделала большой шаг вперед в вопросе создания условий для отбывания наказаний осужденных по месту жительства. Работа проведена большая на сегодняшний день. Для этого в службе есть все. Численность нашего тюремного населения в целом по стране по исправительным учреждениям она за 2017 год упала более чем на 25 тысяч человек. Впервые, наверное, за всю историю России численность лиц, содержащихся в следственных изоляторах страны, она упала ниже отметки 100 тысяч. Впервые. Упала сейчас 99. Конечно, это была проведена огромная работа правоохранительными органами.